Друзья, всем доброго дня. Сегодня мы с вами в отделе IKEA, хотел сказать Нижний Новгород, на самом деле IKEA Адыгея. И по вашей просьбе, и по нашему давнему желанию мы снимаем самую, наверное, любимую нашу серию, самую безопасную. Да, Дмитрий Юрьевич? Хоть мы и снимали ранее данный обзор, мы его обновляем. Да, потому что добавились некоторые элементы, изменились артикульные номера, изменились цены. В общем, делаем актуальный обзор. Пойдем. Пойдем. Подъемный кран с кубиками 1300. Продается вот в такой упаковке. Поэтому можно легко взять с собой на подарок, если вы, например, едете из Икеи куда-то в другой город. Неубиваемо. Чем хороши икеевские деревянные игрушки? Вот если одним словом резюмировать, это полностью безопасно и неубиваемо. У нас все игрушки, которые были от старшей, достались младшей. Материал бук? Материал бук. Бук. Бук, 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 бук. Давай разбираться вот с этим подъемным краном с кубиками. Значит, что у нас? Что имеем? Имеем мы две платформы, каждая на колесиках. Колесики у нас крутятся. Нет, не крутятся у нас колесики. Может, колесики прибиты? Да, колесики прибиты. Колесики так-то по функционалу крутятся. А дальше, сам подъемный механизм с магнитом. По уму он должен поднимать. Но с учетом того, что здесь... А, вот, мы сейчас, кстати, проверим. Сцепление все по делу. При этом, смотрите, это не просто платформа, это по факту сортер. То есть, когда ребенок будет именно по размеру располагать фигурку. Дальше. Вот не пойму, съемная голова или ее тоже зашурупили? Почему так ковыряюсь? У нас такой игрушки не было. Да когда Надя родилась, таких еще не было. Когда родилась Алена, их вывели из ассортимента. Я очень хотела ей купить такой набор, но, к сожалению, мы не успели. Так, веревочка, то есть можно таскать за собой еще. То есть полноценная, которого хватит, начиная с 6 месяцев, когда вы можете ребенку сортер предложить в руку безопасный, до полутора лет или до пока не расшибете. Но вероятность больше, что ребенок вырастет, нежели чем вы это ухайдакаете. 1300 стоит такой набор. Подъемный кран с кубиками. А следующий набор, это набор деревянных кубиков, 40 штук. Стоит 800 рублей. Продается вот в такой коробке. И давай смотреть, что у нас здесь. Вот он весь представлен. Ну, здесь дизайнеры на клей сажали, кто-то его уже подрал. Опять же, полностью все безопасные блоки. А гораздо лучше вот такие игрушки развивают фантазию, внимание детей, нежели готовый вариант, когда ты ничего с ним не можешь сделать. Здесь ты домик можешь построить, еще что-то себе придумать. А дальше эти брусочки, когда ребенок вырастает, то очень ловко папами и дедушками куда-нибудь в ремонтные работы приспосабливаются. Ну, если папа имеет... Работать с этим, почему бы и нет? Ну, у нас просто дед растаскал Аленке на подобные блоки. На чопики. На чопики, на чё году. Говорит, ай, материал такой хороший. Так, здесь у нас массив березы. А, смотри, значит, по форме цилиндр, прямоугольники, дальше вот такие крыши, овалы и полутреугольники, из которых можно сделать крышу, можно сделать такой настил. Вот фактически здесь дизайнеры, можно сказать, такой... Ну, типа города какого-то изобразили даже, да? Краски полностью безопасны, углы скошенные, то есть для детей 100% безопасность. Мусолить, жевать можно. Следующая игрушка. Вот классика. Так, классика. У нас Алена росла с этой головоломкой. Мола, коробка-головоломка, 499 рублей. Грызли они ее на двоих свитой. Росли одновременно и собака, и дочь. После животного и ребенка остался жив. Да, кстати, жив. А домик у нас из бука, сам домик. Здесь пластик. А в набор входит два кружочка, два квадратика, два треугольничка и две таких вот, ну как правильно назвать? Полуовал. Как окошко. Окошко, вот. Все по форме, все реалистично. Домик, окошки, дверка. Удобно играть и, главное, удобно хранить. То есть обычные сортеры занимают много места, либо разваливаются, если мы берем просто пластиковые. Здесь же крыша является местом для хранения кубиков. Мы вниз укладываем 4 кубика, 4 кубика в крышу, и крышу переворачиваем треугольником вниз. И место занимает меньше. По отзывам клиентов наших, это идеальный подарок для малышей. Если вы идете в гости, это удачный подарок будет.
Можно ребенок точно будет увлечен этим занятием. Обучающие деревянные часы. Новинка. Стоит всего 450 рублей. Рекомендую всем. Надо, кстати, нашей младшей купить. И старшей тоже. Старшей у нас до сих пор время только по электрону. Парадокс, но молодежь нынешняя не очень хочет изучать это время. Ну вот, посмотрел на гаджет. Они привыкли по часам. Да, время есть, что париться-то. Поэтому, слушай, надо купить, пусть обе. А чем экзамен сдавать. Да. Чем хорош? Можно подвесить, можно поставить. Коробка, в которой продается, тоже плоская. Я к чему, что вот, допустим, любую икеевскую игрушку можно взять с собой как подарок. Дальше здесь у нас круг секундный, круг часовой и, грубо, до обеда и после обеда. Стрелочки двух цветов. Единственное, конечно, секундной стрелки не хватает. Ну, тут секунды, мне кажется, уже лишние. Ну, да. А так вот прям тык-тык-тык-тык-тык до каких-то занятий. Все реалистично, хорошие цифры. И главное... А, подожди, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Еще и радуга. Цветовой спектр. Так, счеты. Ундерхола. Раньше они назывались Моно, сейчас линейку переименовывают. Кстати, часы тоже Ундерхола. Слушай, поправь меня, они, мне кажется, были другой расцветки. Да. И даже сама форма бусины была другая. Косточек. Косточка. Счеты. Классика. 899 рублей. Смотри, сейчас получается одного цвета, нет вообще ни одной линии. Сиреневый, фиолетовый, голубой, синий, мята, зеленый, бледно-желтый, ярко-желтый, розовый, красный. Интересно, сколько самих косточек? Тоже массив бука. Тоже будут неубиваемые. Вообще вот такие игрушки икеевские очень любят кабинеты всевозможные, развивающие. У нас есть обзор по кабинету психолога Румтур Натальи Саратовой. Ссылочку вставим, да, в описании. И там есть предметы, которыми она занимается с детками и очень довольна качеством. Давай покажем сами косточки. Косточки тоже полностью безопасные. Ребенок здесь ничего не отдерет. Все настолько крепко сидит. И главное, это реалистичные цвета. И вот прям приятно, тактильно. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Стандарт. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. То есть прям классические счеты. Слушай, как-то ведь на них раньше это... Шурудили. Шурудили. Даже я застал это время, когда за место механических электрических касс, вот эти, ну, да, аналоговые, можно, да, сказать, да, по сравнению с нашими, мне хлеб продавщица через счеты. Чик-чик-чик-чик. Мне мама, по-моему, давала 5 копеек. 20, наверное. 5 вряд ли. Ну, 5 хлеба. 20. Я в садистском возрасте за хлебом, короче, бегал. Ребят, у нас прямо в следующем доме был. Мы с Димой 83-го года выпуска. Сколько до 90-х стоил хлеб? Рассудите, у нас есть более старшее поколение среди зрителей. Давай? 5 копеек, по-моему, буханочка хлеба. А по мне, кажется, 20. 20? Ну вот кто из нас? Давай, лапу. Я помню, мне давали одну монету. Лапу дай. Вот и все. Пирамидка мула, тоже бук. Тоже грызли у нас Вита вместе с Аленой. А фишка в чем? Во-первых, безопасная полностью. Дальше собрать можете по своему разумению, как хотите. И главное, о чем всегда переживает мама в пирамидках, штырек здесь прорезиненный и очень классно гнется. То есть чадо не повредится. И штырек тоже. И штырек тоже. Тоже спектр. Ну, почти. Желтого нет. Собрать можно в любом порядке, а вообще вот так по форме маяка. Данная игрушка идет также в рейтинг хороших подарков для вместе деток. С домом для деток. Вместе, да, с домиком. И вот это, кстати, будет третий предмет. А лабиринт который... изменился тоже. Полностью изменился. У нас другой дома лабиринт. Лабиринт 1300. Детки до 3 пищат от этого лабиринта. Ой, да, у нас Аленка долго. Они сначала поинтересуются, потом его прочуфанят полностью, а потом, лежа на полу, сидят, зависают. Зависают. Поэтому, кто хочет подарить, спокойствие. Не ошибетесь. Так, давай разбираться. Сам лабиринт, ну, подставка икеевская, соответственно, чтобы не умыкнули. Вот он, лабиринт, тоже буковая. У нас здесь три вида спирали, зеленая, черная, розовая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, так, 3, здесь 6. Ну вот смотрите, даже пока Татьяна рассказывает, я вам покажу. Здесь 7. 7, 20 штук получается, 20 фигурок.
ездят, бегают, цвета реалистичные и очень легкие именно в тактильности. Это, наверное, одна из самых дорогих игрушек по ценнику. Да, 1299 из деревяшки, она самая дорогая. А дальше поехали. Стаканчики колышки. И колышки. А где молоток? А молоток кто-то комунякал. Значит, молоток с колышком. Молоток покажи их в пачке. 499 рублей. Здесь у нас 8 колышков, 2 по 2. Очень легко бегают. Легко забивается, и главное, что он двухсторонний. Забили на одну сторону, бьем на другую сторону. Разбить тоже не смогли. Аленке долго был такой. Я, по-моему, припоминаю, в кабинете психолога это было, по-моему. Да, он тоже был. Так, вот они. И стаканчики. 149 рублей. Чем полюбили стаканчики нашим клиентам? Безопасность, раз, ценник, два, 150 рублей, три, можно использовать как стаканчики, можно использовать как формочки для песка и можно использовать как игрушки для купания. И это все в одном наборе. И получается фактически осьминожка. Ну и главный шедевр всех развивающих игр. А где у нас касса такая? Где-то дома лежит. А, мне кажется, смольным. Да, а это ни ценника, ничего. Но она уже для деток постарше. Давай мы про нее расскажем, когда будем показывать всякие посудки. Хорошо. Потому что здесь все-таки вот такие игрушки, которые, можно сказать, начинаются от полугода и дальше. Так, мы по времени уложились? Скорее всего. Все. Не устанем повторять то, что IKEA очень дорожит заботится репутацией. И всегда делает игрушки очень качественные. Все, пока мы не заметили еще того момента и случая, есть один случай, но это мы расскажем в следующем обзоре. Вот по этим игрушкам, по то, что мы сейчас сегодня пробежали с вами, за 10 лет нашей работы ни одного отрицательного отзыва, а тем более за 11, брака. Почти 12 уже. Да. А это о многом говорит то, что стоит покупать и не стоит переживать по поводу безопасности. Согласен полностью. Два детеныша выросли на этих игрушках. Это не считая детей клиентов. Если детей клиентов сосчитать, со счета сбьюсь. У нас до сих пор киевские игрушки в дома, в обиходе, чем Алена играет. Настя, а если вот мимо проезжаете Икея, допустим, какой-то молодой семье, друзьям, и там ребеночек до 4 лет, да, наверное? А можно и меньше. Можно и меньше. Берите. Годнота.